Є проблемні питання із лісом. Ми побачили, що сьогодні і дніпряни зіткнулися з такою проблемою. Чи законно були передані ділянки у Придніпровську у приватні руки? Я хочу вас разочаровать, но на самом деле нет. Потому что по статье 57 Земельного кодекса эти земельные участки могут быть переданы в постоянное користування специализованным субъектом державным коммунальным лесогосподарским предприятием. То есть то, что вы мне сбросили, там получается физлицо. И вы же понимаете, то есть это не коммунальное, это не юридическое лицо. Физлицо – это не коммунальное, то есть предприятие, ничего-то, и тем более не специализированное. Поэтому это, в принципе, незаконно. То же самое незаконно является ограждение лесов, сделать с них забор, то есть оградить территорию. Почему? Я вам объясню. Потому что у нас есть несколько видов права собственности. Есть право собственности государственное, коммунальное и частное. Но есть также собственность народа. По лесовому кодексу там написано, что лесы являются у властности народа Украины. То есть это является территорией общественного пользования. Ее невозможно оградить, хотели бы или не хотели, даже если бы были бы переданы или тому подобное. То есть леса невозможно оградить.